Киев. Смертельное ДТП на бульваре Лесі Українки. К сожалению, погиб ребенок, которого сбил неадекватный водитель Хаммера на пешеходном переходе. Девочка еще некоторое время была, однако умерла в карете скорой помощи. Сейчас на месте две бригады скорой работают. И ниже, где-то в 150 метрах, находится автомобиль с виновником аварии, который находится в очень неадекватном состоянии.